Всем привет! Интернет-магазин «Автоток» представляет вам видеообзор на штатную магнитолу на новой платформе Винка S160, также Road Navi. В России их еще продают под известными брендами Майдин, Red Power, Hits. Итак, чем же эта магнитола хороша? Это новая платформа, у нее уже высокое разрешение экрана 1024x600 и мультитач. Сейчас мы наблюдаем радио. Посмотрите, как они сделали радио. У них теперь есть внизу переключатель между радиостанциями. Если раньше на Винке 150 было крайне неудобно, нужно было заходить в меню, и чтобы переключить, нужно было выбирать, то есть несколько действий делать. Было удобно только у того, у кого есть кнопки руля. Здесь также имеется штатное подключение кнопок руля, то есть разъем, пин в пин. Итак, давайте я вам покажу и расскажу поподробнее. Вот мы перешли в раздел S100. Здесь мы можем включить TV-тюнер. TV-тюнер у нас подключена антенна в помещении, показывает очень плохо. Возможно, у вас в машине будет показывать лучше, все зависит от города. Подключен также к этой магнитоле цифровой тюнер. Давайте посмотрим, как цифровой тюнер показывает на данной магнитоле. Перешли в раздел «Цифровой тюнер». Вот, в принципе, у нас показывает канал «Россия». А сейчас в помещении, картинка четкая, ясная, показывает 20 каналов, ТНТ, СТС, Первый канал. Очень комфортно и удобно ездить по пробкам с цифровым телевидением в машине 9BT2. У нас есть цифровые тюнеры по 1900 рублей для автомобиля. Картинка немножко сыпется, потому что все-таки у нас в помещении. В помещении мы снимаем, другие тюнеры вообще здесь показывать не будут. Итак, поехали дальше. Так все выглядит красиво. Здесь есть поддержка бортового компьютера по коншине. Штатная автомагнитола, которая подойдет в ваш автомобиль без щелей и зазоров. Цвет пластика попадает точно. Цвет кнопок штатный, то есть цвет кнопок именно такой, как у вас в машине. Все подходит пин-пин, управление кнопок руля сохраняется без каких-то дополнительных блоков и разъемов. Конечно, данная магнитола поддерживает большинство навигационных программ. Мы пользуемся в данном случае Navitel, также iGo, карты Google и карты Яндекс. Данная магнитола показывает очень хорошо видео жесткого диска на терабайт, авишные файлы 1,5 гигабайта, очень быстро включает, быстро раскручивает, потому что у нее очень мощный процессор, 4-ядерный, 1,4 частота, 16 гигабайт памяти и 1 гигабайт оперативной памяти. Магнитола справляется со всеми функциями очень быстро. Этот Android очень хорош, потому что он новый, он не боится того, что вы постоянно заводите машину, заглушаете, у него быстрый старт, своя память. Android намного лучше, чем Винка S100 и S100. В общем, мы крайне довольны. Винка S160 рекомендуем. Очень удобный интерфейс медиапроигрывателя на данной магнитоле. Раскручивает жесткий диск на терабайт, очень быстро загружает файлы 1,5 гигабайта, всякие фильмы, потому что мощный процессор 4-ядерный, оперативка 1 гигабайт и встроенной памяти 16 гигабайт. Очень быстро переключает между фильмами. Данный Android нам очень понравился, мы уже его устанавливали в машину. Очень надежный, быстрый старт, быстрая загрузка. Мы вам рекомендуем данную магнитолу купить в интернет-магазине «Автоток». Прощаемся с вами.